Иван I Данилович Калита. Пожалуй, одна из самых неоднозначных фигур в истории Руси. По одной версии, свое прозвище Калита Иван Данилович получил за невероятную щедрость по отношению к нищим. По другой, как раз с точностью да наоборот, за невероятную скупость и активное занятие ростовщичеством среди русских князей. С одной стороны, с вокнижением Калиты наступила мирная 40-летняя эпоха, когда ордынцы не совершали набегов на Залесскую Русь, территория современной Западной России. С другой стороны, в эти 40 якобы мирных лет совершались походы русских совместно с ордынцами на Псков, Смоленск, Новгород. С одной стороны, при Иване Даниловиче произошло усиление Москвы, что в перспективе приведет к централизации власти. С другой стороны, укрепление это произошло благодаря очень тесным отношениям с захватчиком – Ордой. То есть фактически Калита признал власть Орды и полностью покорился ей.